На 58,5% вырос рынок ипотечных кредитов в июне относительно мая. Общий объем выданных россиянам жилищных займов составил чуть более 198 миллиардов рублей. Данные Бюро кредитных историй Equifax опубликовало РБК. Также эксперты посчитали, что за первый месяц лета банки заключили почти 51 тысячу договоров по ипотеке. Тем не менее, аналитики отмечают, что о полном восстановлении рынка говорить пока не приходится. Сейчас стимулируют население брать жилищные кредиты, льготные программы и снижение ставок по ипотеке. Сказалось и ослабление требований финансовых организаций к заемщикам. Руководитель бюро Equifax Олег Лагуткин рассказал РБК, что есть предпосылки для возврата рынка ипотечного кредитования к уровням, близким к февралю этого года. Однако ожидать, что статистика 2022 сравняется с уровнем выдачи жилищных займов 2021, по мнению аналитика, не стоит. Цитирую, значимым фактором роста рынка, кроме ставки, является рост реальных доходов населения, а они сейчас находятся под давлением высокой инфляции. Конец цитаты.